Друзья, всем привет! У нас второй день нашего путешествия в Майами. Мамочка с нами. Мы вот сейчас пытаемся поставить стульчики. Прям с таким удобством. Мамочка села. Как, мам, хорошо? Да? Так, одна принцесса села. А у меня сегодня день рождения. А у Дениса, правда, сегодня день рождения. Ура! Спасибо. Спасибо за поздравление. Да, ребята вон уже пасочки подоставали свои. Сашенька наш маленький. Сусаныч. Нет, я пью вот это. Ты моя солнышко. Такие у нас классные, удобные стульчики. Только я не с первого раза знаю, как их Ничего. Джейсон уже в воду пошел. Джейсик, иди сюда. Такой красивый океан. Очень приятная погода. Не жарко, бриз. Такой пляж. Мы тут себе делаем гнездышко. Выставили стульчики. Слушай, Зай, надо Джейсону поплавки одеть, они в воду пошли. Да? Угу. Мы называем поплавки вот эти вот нарукавники. Поплавки. Джейсон! Пойдем у мамочки спросим, как водичка. Мамуля, как водичка? Холодная? Бодрящая. Люди купаются. Ну не прям, чтоб сильно, да? Не ледяная. Свежо. Вот так постоишь, вроде уже не так холодно, правда? Джейсика, тебе не холодная вода? Нет, нормально. Нормальная? Да, нормально. Скажи мне, сыночек, твоя мечта сбылась? Ты на океан хотел? Твоя зайка. Класс? А ну, покажи класс. Джуйс. Класс! Так, насчет дня рождения. С днем рождения тебя! Спасибо. Рассказывай зрителям, сколько тебе уже исполнилось? Мне исполнилось 35. Да, мне сегодня день рождения, 35 лет. Знаете, есть такое выражение, что первые 40 лет детства у мужчины самый тяжелый. Так что мне осталось всего 5 лет, потом попустит. А вам приятного просмотра, нам приятного отдыха. Спасибо, что вы с нами. Ставьте лайки, комментарии. Не стесняйтесь. И, пожалуйста, поменьше негатива, ребята. Мы на самом деле позитивные люди, мы радуемся жизни. Кстати, что я хочу вам сказать, что именно дети, появление детей, нас научило радоваться жизни. Знаете, мы как взрослые, мы всегда, какие-то у нас проблемы, по каким-то поводам мы паримся. Мы смотрим на детей, они радуются всякой мелочи. Почему бы нам этому не научиться у детей? Кто-то пишет, ой, вы там в детство впали. Нет, мы не впали в детство, мы радуемся жизни. Пожалуйста, я вас тоже приглашаю радоваться вместе с нами жизни. Уходят люди, очень быстро уходят. И внезапно, главное, что внезапно. И, пожалуйста, будьте добрее. Ой, класс. Это я. Так классно вообще. Мы такие счастливые. Это самое классное, попасть из зимы в лето. У нас, правда, в Каролине не прям чтобы зима, но тем не менее уже такая прохладная погода, а здесь солнышко, здесь лето. Наслаждаемся свежим воздухом, солнечными лучиками. И шлем заряд позитивной энергии вам, наши зрители, чтобы вы тоже впитали эти солнечные лучики, этот свежий воздух. Счастье есть! Ой, зайка, так классно!
А лисичка моя балдеет. Спасибо тебе за отпуск, малыш. И тебе спасибо. Я люблю с тобой путешествовать. Да, на самом деле в нашей жизни очень много таких позитивных путешествий, эмоций, да? Вот мы часто вспоминаем. Да, мы просто канал начали-то вот недавно, но если бы мы могли представить, сколько мы до этого путешествовали, и как мы любим путешествовать, да. Так что... Мы и в Италии были, да? И в Италии были, да. Где мы еще с тобой были? Там много где, да? А сколько раз мы были в Доминикане? Ой, я не помню, надо посчитать. Раза три, по-моему, в Доминикане были, и три раза, по-моему, в Мексике. Два, по-моему, в Мексике. Или два, да? Много где, у меня где-то записано лист наших путешествий. Угу. Мы очень любим путешествовать, это прям наша стихия. Мы получаем от этого массу положительных эмоций. Позитива, энергии, заряда. Позитива, да, заряда. Друзья, мы тут балдеем. Да. Очень хорошо, прекрасная погода, солнышко такое довольно щадящее. В общем. А мне именинник сегодня, мой сладкий. Спасибо, солнышко, столько поздравлений, и друзья уже писали мне тоже на Вайбер, на Фейсбук. Спасибо всем за поздравления. Что у тебя день рождения в Майами? Да, да, очень классно. Котеночек. Так хорошо, такие стульчики удобные купили. Да. Лежим, балдеем. Ставьте пальчик вверх. Лайк-лайк. За солнышко лайк-лайк. Там в Портленде срывался снег, а здесь вот прям, ну, лето-лето. Да, кстати, мне присылали видео, что ж там снег пошел. Представьте. Минус 2 ночи будет, что-то такое, да. А и у нас, кстати, на этой неделе, вот как мы здесь отдыхаем, похолодание. Мы идем такие вдвоем запыхавшиеся. В общем, мы открыли для себя новый вид фитнеса. Это ходьба по песку на пляже. Прям чувствуется, да, как все мышцы работают? На ногах, ягодицах, пресс, боковые мышцы спины. Прям все мышцы, а? Задействованы в этом процессе. Похоже, кто-то кого-то отчитывает за что-то. Ну вот думаем, это или муж жену отчитывает. Где-то ходила всю ночь. Или жена мужа пилит. Да, и стоит, рассказывает. Так эта птичка подходит к другим разным. И что-то вот так рассказывает, да. Не, они правда общаются? Похоже, да. Это очень интересно. Мы такого еще концерта не видали. Не видали, стоим, смотрим, а та от нее начинает уходить, это за ней. И все рассказывают, рассказывают. Рассмешили нас. Милый мне даже ножки помоет, ты мое солнышко. С удовольствием. Спасибо, котеночек. Это, кстати, многие знают этот бренд. Эко. Это я с Украины еще его знаю. Мы здесь нашли эти сандали в Америке. Я уже, кстати, сколько лет их нашел. Да, это очень классная фирма. Неубиваемые. Неубиваемые сандали. Спасибо. Когда мы? Года 4 до нас? Да, зайка, давно. Так, мы сейчас пойдем, возьмем мороженку и кофеечек. Кофеечек. Смотрите, пальмы, какие красивые люди. Небо голубое. Жизнь прекрасна. Всем мира, любви и добра. А вечером здесь такая толпа. Все люди туда-сюда ходят. Кстати, здесь вот отдельная есть дорога, по которой ездят велосипедисты. Мне очень нравится, когда все продумано. Это про Америку. Вот, покажу, тут знак есть. Видите, велосипед. А вон сами люди на велосипедах. Вообще в Майами съезжаются, конечно, со всего мира. Это именно такое место интернациональное для отдыха. Так, здесь мороженка, зайка. Идем мороженое. Пришли мы, значит, за мороженкой.
Гляньте, красота какая. Как красиво. Есть латте? Латте хочешь, да? Ага. She wants a latte. A latte? Yeah. Такие hot or iced? Так, вот этот наш любимый кофейный. Какой тебе размер? For me, please, medium. Would you like an extra shot of espresso? Yes, please. Thank you. Гляньте, стаканчики какие. Сейчас попробую, если мороженое кофе вкусное, я тогда и себе тоже. Да. Кстати, надо... Они вроде сироп не должны ложить, надо про сладость. Спроси, пожалуйста. Ну, на сладкий, да? Да, да, да. Всем привет! Какие вкусные штучки. Бискотти. Бискотти. Помнишь, раньше мы брали их часто? Угу. Ой, вот это вот выглядит, ну, прям супер аппетитно. Кому нравится, ставим лайк. Вот, ребята, цены. Дениска все-таки взял эту банана сплит. Давайте порассматриваем ее. Значит, здесь... Ой, какая-то волосинка. Значит, здесь клубничка. Этот ананас, сливки, бананы и несколько видов мороженое. Держи, Айза. Должно быть вкусно. Угу. А ты взяла? Дениска у нас вообще любитель сладенького, да? И мороженки. А я кофе взяла. Дабл шот. Интересно. Что? Тебе не понравилось, что я сказала, что ты любитель сладенького? Это же правда. Сама ты сладкая. Вот поэтому ты меня и любишь. Потому что я сладенькая. Расскажи мне, пожалуйста, расскажи нашим зрителям, что я люблю. Если ты любишь сладкий вкус, какой я люблю? Ты любишь кисленькое и солененькое. Да. Поэтому у нас никогда конфликтов не бывает. Не бывает такое. Кто съел мои огурцы? Да, сама съела. Сама съела. Или а кто съел мои конфеты и шоколадки? Да. Разве что дети. Разве что дети. Кстати, да. Не, ну детям мы выдаем. Пока они еще сами не добрались. Вкусно. Замечательно. Да? Здорово. Ты дома, кстати, тоже такое делаешь? Слушай, ну это Денис сладкий. Поделился. Да, я сниму. Что там внутри? А, ну ладно, вид оно не имеет такой привлекательный, но на вкус волшебненько. Волшебненько. А что-то хотите показать? Идем. Мы тут кепочку зашли, Денису присмотреть. Да, we like more like rich. Yeah, this is something special, you know. Yeah, I agree. Так, мы выбираем. Да, здесь нам понравилось, что такая вот она как плетеная, как шляпа, и цветная, этот сам козырек цветной. Но в целом, конечно, вот эта темненькая, она с пробкой идет. Намного лучше, так что берем темненькую, да? А вот мужчина нам показал такие вот еще кепки. Тоже классные. Вот это мне еще черненькое нравится. Классное. Ой, а я люблю, кто любит всякие кошелечки, магнитики. На холодильник. Сколько стоит? $3. 3 за 14 и 1,599. Я себе хочу брелочек. Мы потом сюда заглянем, я еще выберу. А одежда здесь или с Майами, или с символикой. Так, друзья, я все иду, уже пью свой кофе до сих пор, а Мила несет мороженку. Значит, это деткам и маме. Здесь, да, три шарика, это для детей, а маме вот в вафельном стаканчике. Это, взяли маме кофейное и манго вкус, а деткам взяли шоколадное, ванила и, по-моему, с орео печеньками. Также Денисику кепочку взяли.
зачетная кепка очень. Да, супер. Так, по ценам, по ценам. Вы спрашивали по ценам. Короче, мы заплатили за кофе и за банана сплит $16, потом $27 заплатили за кепку, и сейчас за мороженое, за эти два, $18 еще сверху. Мы на отдыхе, можем себе позволить. Конечно, цены за мороженое бешеные вообще. Все, идем к нашим. Ай, ну тает. Тает, надо успеть добежать. Бежит мороженое по рукам уже. Так, я покажу, как выглядят птенчики. Как у нас Саша широко ротик открывает. Птенчики вы наши. Птенчики. Папа кормит птенцов. Да. Ой! Ля, все-все открывают. Кто шире откроет, да?